Всем привет! У нас сегодня в обзоре универсальный спальный мешок типа кокон от фирмы Penguin, модель под названием Трамп. Обращаю ваше внимание, что этот мешок предназначен только для тех людей, кто по-настоящему ищет приключения. Весит он всего 950 грамм. Оптимальная температура, при которой может спать внутри девушка, составляет плюс 9 градусов за Цельсием. Оптимальная температура для мужчины составляет плюс 5 градусов. Экстремальная – минус 9 градусов. Наполнитель в этих спальных мешках у нас термик фибр. Имеется множество всяких цветов, но в данный момент мы обладаем зеленым и светло-зеленым цветом. Давайте посмотрим на темно-зеленый. Итак, для начала мы немножечко ослабим здесь ослабим. Снимем специальный клапан, который защищает наш спальный мешок, фирменный, он тоже идет в комплекте. Шнурок. Аккуратно открываем. Так, кладем. И вуаля, готово. Вот так вот выглядит спальный мешок в разложенном состоянии. В данный момент здесь левая змейка, но она есть еще и с правой стороны. Анатомический капюшон, липучка, двухсторонняя змейка. Так, сейчас мы ее откроем аккуратненько. В области ног имеются специальные петли для подвешивания. Воротника в данной модели нету, но имеется секретный карман на липучке для документов. Собираясь на отдых, подумайте о спальном мешке. Огромный выбор спальных мешков имеется на сайте mandrivnyk.com.ua.